Всем привет! Вот пришло время моей личной истории в видео. Я с вами поделюсь историей, как я познакомилась и была в отношениях с нарциссом. И я просто хочу с этой историей сделать акцент на то, на те моменты, как понять, что это нарцисс, да, как у меня это происходило. И сам вот этот механизм, почему мне удалось, скажем так, с этого момента соскочить. Честно скажу, что в тот момент, когда я вступила в эти отношения, я психология, я как бы я училась, заканчивала институт на психолога, но как таковую свою жизнь по психологии я не разбирала. До этого я была невротиком. У меня была, знаете, такая исповедь, клуб анонимных алкоголиков, как будто привет, меня зовут Галя, я невротик. Но все равно я была невротиком. И я искала себе мужчин бессознательно, похожих на моего папу. И папа практически в моей жизни не участвовал, и его участие было как вообще минимальное в маленьком моем возрасте. Ну и папа никогда не занимался, да? Я как типичный невротик искала себе такого же мужчину. Если меня отталкивали, да, не участвовал мужчина в моей жизни, даже внешне мне мужчины были похожи на него. И меня это очень сильно притягивало. Мне казалось, что любовь и равно страдания – это настоящая чистая любовь, как она должна быть. Но к моменту вот со знакомством с этим, до этого я была в отношениях с таким же невротиком, как я, даже больше невротиком. Из них, слава богу, успешно тоже вышла, неосознанно, по сути, бежала, просто потому что чувствовала, что что-то не так. Но я бы так сказала, что мне помогло выйти из отношений с нарциссом? Это был неосознанный выход, но я стала чувствовать, что что-то здесь не то. Но механизм, скажем так, по моему излечению от невротизма, моего невроза, он уже был запущен. К тому моменту, когда я вступала в эти отношения, у меня уже были расстановки по отцу. Они, как вы знаете, у некоторых сразу работают. У меня это было не сразу. Это такая, знаете, закладка на пару-тройку лет. Осознавание, принятие, понимание, этот процесс весь шел. Я не понимала, это было безосознанно, короче говоря, да. И уже в этот момент у меня были расстановки, и я начала отходить от этого образа своего отца. Я уже понимала, что любовь — это не равно боли, страдания, что должно быть по-другому. И все с этим, короче, складывающееся. Вкупе не буду это детально, это вообще другая история, да. И вот я вступаю в отношения. Классический сценарий был, как я сейчас уже анализирую, понимаю. Тогда я об этом не знала, что это классический сценарий обычного, стандартного нарцисса. Как я с ним познакомилась? Почитайте, опять напомню, книгу «Таня Танк. Бойся, я с тобой». У меня видео отдельное по нарциссам, есть по вот этому механизму, который я сейчас буду рассказывать. Я сейчас по вершкам, но там конкретно по людям, по примерам, да, есть у меня видео, все рассказано, как это работает. Нарцисс как бы типично меня выбрал как свою жертву, из соцсетей за мной наблюдал и знакомились, вот так, если посмотрю, неординарно с ним, как со всеми бы другими какими-то мужчинами, где-то парнями, да, там понравился, подошел, познакомились, нет. Это была охота, охота на жертву и на жертву эмоциональная я была, притягательная, красивая, энергичная, что им надо, да, я была очень на тот момент энергичная, в самом, скажем так, цвету, в соку своем. Как ни странно, отчасти я не была, скажем так, инициатором знакомства, но у меня подружка была на свадьбе, она показывала фотографии после свадьбы, не помню, там подружка она невесты была или какой-то родственница ее свадьбы, в общем, и я говорю, ой, какой симпатичный парень на фотографиях, и все, больше я ничего не сказала. Она говорит, хочешь? Она говорит, ты хочешь, я тебя с ним познакомлю? Я говорю, да нет, не обязательно, я как бы в ухажерах, скажем так, не нуждаюсь, у меня их хватает, кто бы за мной ухаживал, внимание мужском. Ну, просто отметила, что симпатичный парень, все. А симпатичный, я это сейчас понимаю, он был просто копия моего отца, у него были белые кудрявые волосы, 2 метра ростом, широкий в плечах, очень красивый парень. Ну, как я на тот момент думала. Вот. И получилось так, что она решила быть с нашим, скажем так, купидоном, нас познакомить. Она передала своей вот этой знакомой или там родственнице, что он мне понравился. Дала мою ссылку на страницу в соцсетях этой подружки. Она передала. Он был другом, короче, жениха лучше. Или, может, свидетелем был на свадьбе. И она им передала все мои данные и сказала, типа, если хочешь, вот девочка, если ты ей понравился на фотографии, можешь с ней познакомиться. Я об этом ничего не знала. Прошло где-то месяц-полтора. Оказывается, все это время, как типичный нарцисс, он меня высматривал, страницу мониторил, не писал ничего никак, никак себя не проявлял, смотрел, как я себя веду, мою энергию, какой я человек и так далее. Потом один день он мне позвонил
Я в тот момент очень много с кем знакомилась, у меня проблем в ухажерах никогда не было, я не знала вообще, кто это такой. С горем пополам, короче, меня позвал на свидание, на которое я пришла, в общем, так мы с ним и познакомились. Потом на свидание только он меня узнал, скажем, как было свидание слепое, что познакомила нас вот эта знакомая через там пятые вообще руки, и на самом деле он, кажется, месяца полтора меня выслеживал. И это меня тогда напрягло, но я не предала, это мне казалось так романтично, так прекрасно. Сейчас-то я бы уже, что происходит? Тогда я так не думала, дурочка, да? Я тогда не знала, на что нужно обращать внимание. В общем, он как-то ухаживал, да, он как типичный нарцисс попытался сразу же мне быстро предъявить то. Я рассказывала, естественно, ты начинаешь отношения, делишься о своих ценностях, каких-то желаниях, что планах своих. И он мне быстренько подстроил себя под эти планы, да, я там, не знаю, хочу там, например, не условно замуж, я бы хотела там карьеру, работу, тра-ля-ля-ля-ля-ля. И он так очень плавненько все обстоятельства под это подстраивает. И я начинаю в это верить, что он такой и есть. Идет время, наши отношения тянулись где-то полгода. И вот эти полгода, по ощущениям девочки-прозвоночки, я, когда мы начали знакомиться, общаться, вот эти первые полгода я очень хорошо втянулась в его компанию друзей. Она меня очень сильно держала, когда мы расставались. Мне очень было горестно расставаться даже из-за его друзей. Они мне очень нравились. Мне очень хорошо везде тепло приняли. Он меня познакомил с мамой в итоге, которая никогда ни с кем, с родителями своими, он с другого просто города был. Мама приезжала со мной знакомиться. Знакомил меня тогда с мамой. В общем, довольно-таки, типа, все серьезно, свадьба, все дела. Сам очень сильно, быстро влез в мои отношения семейные, в мой круг семьи. Я не помню, мы с ним где-то летом познакомились, а уже в сентябре в начале он сидел на дне рождения нашим семейным у моего племянника. И он весь такой, душа компании, ха-ха-хи-хи, веселый, активный, симпатичный, всех обаял тут же. Меня вот эти полгода возносил, что я умная, находчивая, энергичная, там, молодая, приятная, прекрасная, очень хорошие качества. Я в это, конечно, верю, меня мужчина превозносит. Шло время, я не помню же честно сейчас, как там, что-то мы начали вместе жить, или что-то я у него начала оставаться, что-то такое было. Неважно, он купил в этот момент квартиру, начался ремонт. И вы знаете, что нарцисс в какое-то время выжидает, потом он начинает холодный душ, к этому готовится. А у нас вот это ощущение состояния охмурения меня, расположение к себе затянулось. И у него начали сдавать нервы, как у нарцисса. Ему захотелось уже истерик, причинения какой-то боли моральной, я имею в виду. Да, он знал, что я могу быстро соскочить. Почему? Потому что он немножко ошибся с выбором жертвы, или он чувствовал во мне невротика, но он не понял и не знал на тот момент, что я невротик, который уже исцеливается. У меня заложена база, у меня были расстановки, работа с психологом. И я из этого, у него шел уже процесс, скажем так, излечивания состояния невротика. Я уже, как больная за боль, равную вот эту всю историю, не держалась. Я уже поняла, что это ненормально в отношениях. Оно еще подтягивало, но на самом деле я вступила с ним в отношения после невротических отношений, и он был, в принципе, для меня как такая пилюля, поднимающая мне самооценку. Скажем по-честному, я думаю, что он даже это видео будет смотреть и себя узнает, потому что я думаю, что он до сих пор следит за моей жизнью. Так вот, он был такой способ ухода от невротических больных отношений для меня. Я не знала, что они так могут серьезно зайти гораздо дольше, там год-полтора мы встречались. Не помню, честно говоря, сколько, я даже не помню. Насколько это теперь неважно в моей, да, жизни. Так вот, у него начали сдавать нервы. Он мне сначала, начинается ремонт, покупаем квартиру, он мне рассказывает о том, что это его квартира, его ремонт, то есть мы не расписаны ничего, да. Он мне рассказывает, ой, ты же у тебя такой вкус хороший, ты так шаришь, короче, в дизайне и так далее, давай выбирай, какого цвета там плитка в ванне, кухня, стол и так далее. Меня в нем уже начал подбешивать вопрос, что он очень был жадный. Он вроде бы, у него очень такие обеспеченные, хорошие друзья, знаете, которые типичный нарцисс, крутится в кругах определенных, пытается им соответствовать, за счет кого-то, чего-то вокруг, в том числе друзей, поднимая свою самооценку, у него была очень хорошая работа, государственный служащий, скажем так, с перспективами крупной компании государственной, хорошая зарплата, но он все равно, у него было ощущение, какой-то он жлобина был по жизни, вот честно скажу, мне это не нравилось, я это чувствовала, что в принципе я себя не вижу никогда рядом с жадным мужчиной, который не во мне, сколько он у меня денег тратит, а в принципе в его жадности на себя самого, как на человека. Для меня это важно.
потому что я очень щедрый человек. Очень легко отдаю, дарю, и я хотела бы к себе такое же отношение. Вот этом ремонте начались эти моменты сначала от жадности, то есть он мне сначала задает планку определенную, да, я хочу, чтобы было вот так красиво-сяк, я выбираю дизайн, идем в магазин это покупать, это дорого. И он постоянно, что ты выбрала такое дорогое? А тебе что, нравится там типа тратить деньги? Попроще выбери. Я говорю, ты понимаешь, что за цену попроще, так дорого, красиво, как ты хочешь, такое качество стола, например, плитки и так далее, не будет. А он говорит, ты же умная, ты же сообразительная такая, прям старше своего возраста, прям мы были с ним ровесники, по сути, мозгами, но он был старше меня. Он говорит, ты тогда найди компромисс. То есть он начал меня в этом винить, вот оно началось. Ты же раз такая умная, как я тебе раньше говорила, так что ж ты себя дурой показываешь? Ты виновата в том, что ты не можешь мои запросы, скажем так, цвет, там, дизайн, какое-то качество продукции подобрать по цены, которые есть на рынке. Я на это сразу поняла, что чего ты гонишь, чувак, это не моя вина, это у тебя запросы одни, а денег у тебя вот столько, я в этом не виновата. И в общем начались наши трения с вот этого. И он постоянно пытался в маленьких моментах на меня навесить вот эту вину, что я не такая, я плохая. И со временем это переходило на все сферы жизни. Я не так уже готовила вкусно суп, как раньше. Я уже не так как-то там встала, посмотрела. Я уже не такая умная. Я, ну еще и не тупая, по крайней мере. Я уже не такая замечательная, как первые полгода было. И он пытался этим меня начинать, думал, что сейчас как невротик подключусь и буду страдать и себя улучшать. А я начала отдаляться и понимать, что у меня уже работал механизм антиневротик, скажем так, да, назовем, что это не окей. Если ты меня любишь, принимай меня всецело. У него сразу же, вот у нас скандалов огромных не было, но я чувствовала вот это претензии к себе какие-то, я сразу отдалялась. А он обязательно, как всегда, через время выдерживал, как типичный нарцисс, и он меня обижал, мирился, пытался, обманывал, что будет он лучше, но все в итоге возвращалось на круги своя, становилось еще хуже с каждым разом. Вот это притягиваем, отталкиваем, история начиналась. И я вообще в тот момент, знаете, что меня не то чтобы остановило, у меня всегда были, внимание было от поклонников. И я просто поняла, что а нафига я трачу свои лучшие годы, мне там 20 сколько лет, на то, чтобы я была рядом с мужчиной, который мне говорит, что я какая-то не так, не так смотрю куда-то, не так готовлю суп, не такая я все-таки умная, находчивая. У нас началось соперничество. Он понял, что я не цеплюсь, не буду страдать. Он понял, начал видеть во мне соперника, и его те качества, которые первые полгода во мне хвалил, восхищался, он начал их ненавидеть и меня этим тыкать, что это мои минусы. А я в это не верила, он пытался меня в этом убедить. Во всем абсолютно. И ты упрямая, и ты споришь. И ты, я говорю, ну ты сам создаешь ситуацию, чтобы я с тобой спорила. То есть он сам это, он это все, естественно, как типичный нарцисс, сделал неосознанно, на автомате, как и с многими другими людьми в своей жизни он это проворачивал. Но со мной уже это не... Он выбрал, скажем, главная проблема, почему я не вышла за него замуж, не вступила в эти там отношения серьезно в плане брака и рожания детей и так далее, потому что он ошибся в выборе жертвы. Он искал себе невротика, который вцепится, любовь равно боль, а я была невротиком. И на момент нашей встречи из этого состояния уже выходила. Процесс был запущен. Главная ошибка. В общем, шло время, он начал мне, понимая, что я могу соскочить, ему хочется давить, издеваться морально, да, унижать каким-то. И начались разговоры из разряда, да, все бабы тупые, вместо бабы на кухне и тому подобное. И когда я поняла, что мне надо с ним расставаться, я просто в один момент подумала, ну, все вроде бы хорошо, но вот эти маленькие моральные моменты, когда тебя унижают, а я разве этого достойна? Мне, во мне сыграло то, что я не из какой-то там, не знаю, семьи, где меня не любят, где у меня были деньги, у меня за мной стояла моя мама, мне было куда возвращаться, у меня есть свое жилье, образование, работа. Я к тому времени закончила институт, начала работать. В общем, я была абсолютно независимым человеком. И чтобы меня что-то контролировал какой-то вообще тип непонятный, да, и говорил, что я все-таки, когда мне дома мама говорит, я тебя люблю, ты образованная, ты молодец, ты там умная, а какой-то мужчина меня занижает и говорит, что это все не так. А хотя раньше он меня называл как бы наоборот, именно такой, этим всем восхищался. У меня вот этот диссонанс получился. Я в один момент села и подумала, что если я за него выйду замуж, что он мне начал уже сдавливать, скажем, рамочки, чтобы я не убежала, начал предлагать. Предложения как такового с кольцом не было, но он начал мне предлагать свадьбу, обговаривать планы. Вот все уже слишком серьезно было.
я понимала, что пару-тройку месяцев мы уже будем жениться, скорее всего. Он уже там подсматривал свадебный салон, там зал, вся вот эта история. А я поняла, что нафига мне быть со жлобом каким-то, который меня унижает. Я поняла просто в один момент четко, что я смоделировала историю. Вот мы, поженимся, распишемся, что как будет. И я понимаю, что если я рожу ребенка года через 3-4, я буду разводиться 100%. Я с таким человеком всю свою жизнь до конца не проживу. Я не хочу слышать, что я какое-то говно. И я тогда поняла, что а зачем мне вообще в это все нырять? Если я могу прямо сейчас соскочить, мне не придется выходить замуж, рожать ребенка, и самое страшное, мне не придется оставлять ребенка без отца. И вот этой генетической связью с ребенком привязывать этого нехорошего человека, который мне уже сейчас не нравится, на всю жизнь к самой себе. И я предприняла просто, как и надо, с нарциссами, обрезала в один момент, собрала вещи и ушла. Что тогда началось? Типичный нарцисс. Он начал подключать мою всю родню, он плакал, звонил моей маме ночью, терроризировал меня, моих родственников. Я не шла ни в каким образом вообще на контакт. Чего только не было. Он меня даже на улицах подкарауливал, потом смс-ки писал, я тебя видел там в центре, тра-ля-ля, ты такая красивая, вернись ко мне, и все в таком роде. Страдал он еще пару месяцев. А сначала, когда я только ушла, он пытался даже мне насолить, навредить, как типичный нарцисс сделает напоследок. Он пытался закрутить отношения с моей лучшей подругой, с которой я на тот момент общалась. Естественно, мне все это сразу переписку, какую он выдал, приглашал ее на свидание в соцсетях, она мне сразу вывалила, показала. Смотри, говорит, что творит. На самом деле, вот этот последний шаг ухода от него, благодаря моей подруге тогда была, которой я познакомилась, она мне сказала, Галь, ты что, говорит, тупишь? Она постарше меня была. И она мне говорит, Галь, у тебя то-то-то-то-то-то есть, и на тебе есть вот эта обуза в виде этого парня, который, по сути, тебя абьюзит. Тебе это зачем надо? У тебя молодость, свобода, работа, у тебя то время, когда надо тусоваться, выбирать, искать себе мужчину, который тебе будет по душе. А не хвататься за того, кто предлагает, потому что он родителям угодный, и у вас так все уже серьезно. Зачем ты, говорит, на это идешь? У тебя столько дофига времени еще в запасе это все сделать. Зачем ты себя тратишь на это? И она меня сподвигла на вот этот разрыв отношений. Находясь с ней в дружбе, я ее примером увидела, что можно быть свободной и не париться, и никто тебя не унижает. И это не страшно быть одной вообще, это кайфово. И, в общем, мы с ней начали тусоваться, развлекаться. В общем, я ушла от этих отношений. В итоге самом. Но вот это подключение родственников очень сильно меня не поняли, мои родственники. Меня никто не поддержал. Самое главное, мы с мамой об этом разговаривали, потому что я сейчас посмотрю. Она меня тоже тогда не поддержала. Точнее, она потом за это даже у меня извинялась. Она не поняла, почему я это делаю. И поэтому меня в тот момент не то чтобы не поддержала. Я, конечно, вернулась домой, она меня приняла. Но она мне говорила, ты подумай, а зачем тебе там? Да это все же идеально, ты посмотри. Высокий, кудрявый блондин, красавец, с хорошей работой, должностью, с карьерным ростом, с квартирой, с перспективами, серьезной, по 30 лет, который готов жениться, серьезной для семьи, то, что надо, надежно все в дом, не курит, не пьет, из увлечений у него хобби это рыбалка и охота, там с друзьями он уезжает там на природу иногда. Типа идеальный вообще, ты о чем ты дура, сколько вокруг плохих мужиков, ты что ты теряешь? Вот такие разговоры были, я не повелась на это, потому что к тому моменту я четко решила, что чего я не хочу в своей жизни. Расставаться было трудно, потому что он как клещ прилепился, просто ко мне привязался, еле отбилась, честно. Так что из своего опыта я вам скажу, что на нарциссов хорошо клюют невротики. А расставаться с ними нужно это обрубать, и знать всегда, нет никаких сомнений, что я, может, недостаточно хороша, а мне страшно остаться одной или всякое такое. Все сомнения и плохие мысли о вас накладывают на вас, вам дают, заставляют о себе думать нарциссы, потому что вот этими плохими мыслями о себе, неуверенностью, что-то во мне не так, и я не такая, это его манипуляция вами. Благодаря этим сомнениям вы остаетесь в абьюзивных отношениях. Вот и все. Это мой пример. Так что, надеюсь, он кого-то на что-то воодушевит. Честно скажу, не страшно. Уходить тогда было страшно. Вот я вам пример того, как можно стать счастливой. Я благодарна отчасти за этот опыт, но я так счастлива, что я ушла из этих отношений. Я бежала оттуда, я сразу стала мне легко. Я почувствовала себя счастливой. И если бы я в них осталась и вышла замуж там, через 2-3 месяца, я бы никогда не встретила своего мужа. Поэтому я рада, что я вышла из этих отношений и не вступила в это. Девочки, подумайте, а многие так вступают в историю, как у меня. Социально-семейно приемлемый парень начинает потихоньку тебя унижать и абьюзить.
Но все же говорят, надо не упустить его, надо выйти замуж. И так бабы годами живут, мучаются. Всю жизнь себя чувствуют никем, тряпкой место ее у кастрюли на кухне. Чтобы она кашеварила и за ним там убирала и так далее. Вам она нафига надо? Вы должны помнить, что в первую очередь вы личность, которая должна... Мужчина, который любит, это тот, который тебя уважает и не говорит, что ты говно. Хотя бы для этого. И любовь не равно боль. Мужчина, который любит, больно не делает. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях ваши истории, была ли моя история вам полезна. Я всегда оставляю в инфобоксе почту свою. Вы можете туда мне писать ваши анонимные истории для разбора видео или записываться на персональные индивидуальные консультации ко мне как к психологу в скайпе. Спасибо за внимание, всем пока.